Как там агент Бласкович? Немного устал, но ничего серьезного. Только что его закончили опрашивать после выполнения задания. Да, в этот раз он справился вообще просто замечательно. Абсолютно замечательно. Новые виды оружия, биологическая инженерия, робототехника и оккультизм. Полный комплект. Комплект к чему? Я не знаю, но все это связано. У меня были точно такие же мысли, сэр. Джек, организуй собрание. Есть, сэр. Что там у тебя, Джек? Два зашифрованных сообщений, только что поступивших с Мальты. Первое — это полный план поездки рейхсфюрера СС Гиммлера на следующие 48 часов. Вы подождите второе, сэр. Личное коммюнике от некого Вильгельма Страсса, известного как «Голова смерти», тому же рейхсфюрер СС, датировано вчерашним днем. Мне прочесть? Пожалуйста. Мой дорогой рейхсфюрер СС, как вы уже, несомненно, знаете, мои бывшие лаборатории лежат в руинах. Работа всей моей жизни, убер-солдат, теперь всего лишь воспоминания. Я понимаю, что вы все еще верите в конечный успех операции «Воскрешение». Хотелось бы мне разделять вашу уверенность, но мне кажется, что вас ввели в заблуждение личности, чью психическую дееспособность следует поставить под сомнение. Считаю для себя необходимым предупредить вас. Союзники послали самого решительного и способного агента для прерывания вашей церемонии. Не допускайте ошибки, недооценивая его, как это сделал я. Преданный вам оберфюрер СС Вильгельм Страсс. Прошу вас, джентльмены. Сэр, могу я высказать, что думаю? Несомненно. Хочу сказать, что мне очень трудно принимать это всерьез. То есть, неужели мы должны верить во все эти слухи о нацистах и не знаю, как это сказать? И о принципе возрастом 1000 лет. И зачем он им? В качестве солдата? Подождите минуточку. Прошу, Джек, позволь мне закончить. А теперь, в придачу к этому, мы узнаем, что один из лучших ученых сообщает им же, что они собственноручно взорвали свое оборудование. Какие еще доказательства нам нужны? Кроме того, мне только что пришло в голову, что мы, возможно, неправильно интерпретируем. Если они действительно собираются впустую тратить драгоценное время и ресурсы на весь этот мистический фетиш... Продолжайте. Я хочу сказать, если они вредят своим же военным программам, то зачем нам пытаться остановить их? Джек, уверен, тебе есть что добавить. Да, сэр, есть что. Джентльмены, если бы всего 2 недели назад кто-нибудь упомянул о легионах нежити, созданных людьми, монстров, демонов из ада, кто-нибудь из вас отнесся бы к этому серьезно? Конечно же нет. Я бы сам не поверил. Но подумайте, сколько всего мы узнали с тех пор. И теперь вы говорите, что все это нужно игнорировать, поскольку... Почему? Слишком невероятно. Я не хочу сказать, что верю в это. Я говорю о том, что нам не следует закрывать глаза. Но опять же, решать вам, сэр. Тогда решено. Бласкович возвращается в замок Вульфштайн. Зона выброса прямо впереди. Видимость 400 ярдов. Ветер 5 узлов, южный и юго-восточный. Условия хорошие. Подготовка к прыжку 2 минуты. Эй, откройте ворота, пожалуйста. Мне нужно доставить нечто важное. Извините, но эта дорога закрыта. Как это закрыто? Она не может быть закрыта, это единственная дорога в Пейдебон. Знаю, поэтому она и закрыта. Введены специальные меры безопасности из-за предстоящей церемонии. Полностью запрещается любое движение из или в населенный пункт Пейдебон в следующие 24 часа. Приказ генерала фон Сталфа. Но это доставка для генерала фон Сталфа. 6 ящиков сыра и колбас для офицерской кухни. Позвони им сейчас, уверен, они сделают исключение. Извините, но мы полностью отрезаны. Что?
Введены специальные меры безопасности из-за предстоящей церемонии. Полностью запрещается любая радиосвязь из или в населенный пункт Пейдебон в следующие 24 часа. Приказ. Да-да, знаю, приказ генерала фон Сталфа. Послушай, я не стану за это отвечать. Я отказываюсь и на шаг отходить с этого места, пока не пропустишь меня. Как хочешь, но придется стоять здесь до утра. Но что я должен делать со всем этим сыром? Не знаю, найди к нему что-нибудь в прикуску. Тревога! Осторожно!
Давай, дорогуша, не всю же ночь одеваться. Я скоро буду. Неудача. Попробую еще раз. Моя мама лучше готовит. Ну, удалось узнать, что происходит в замке.
Нет, офицеры слишком пекутся из-за этого. Замечательная луна. Просто дух захватывает. Кем? Где мое Латуэр? Я послал этого идиота в винный погреб еще 20 минут назад. Извините, генерал, я расследую эту задержку. Смотри, что делаешь, Кем. Латуэр, Латуэр, нет тут такого вина! Просто заходите внутрь, и мы слегка разогреемся.
слышу, Вакар. Если это действительно правда. Ха, все еще сомневаешься? Ты же помнишь, что Блаватски сделала в Хольштайне? Да, я помню, что она чуть нас всех не убила. Но какая была бы славная смерть? Бессмысленная смерть не может быть славной. Знаете, что Берколт и фон Сталф еще не появились? А, это очень плохо. Что-то пошло не так. Ха, Блаватски в полном здравии. По словам Отто, она поспешно уехала на церемонию, отменяя весь вечер. О, начальство будет в гневе. Недели планировали. Возможно, но что-то говорит мне, что если сегодня ночью не удастся, Герр Гиммлер позаботится о планах каждого. Thank you.
Лов! Thank you.
Itetius hominum morde sunamiras. Хорошо, мадам Блаватски вот-вот начнет церемонию. Когда она начнет, убедитесь, что не смотрите в направлении комнат. А что, если мы... Если посмотрите, сначала ваша кровь закипит. А потом... А какая вам разница, что будет потом? Становитесь и постарайтесь не потерять энергию. Вам понятно? Понятно. Thank you.
ты тропами. Thank you.
Thank you.
Боже мой, мерзкая тварь! Yeah.
Снова живу? Yes, yes. Да, да. Yes, it is true. Да, это правда. Who are you? Кто ты? Я служу тебе, мой темный господин. Стольким нужно заняться, но я чувствую присутствие другого. Thank you.
Это американец. Он все испортил. Герр Гиммлер, самолет уже готов доставить вас обратно в Берлин. Сам фюрер ожидает вашего прибытия. Да, да. Войдите. Вы хотели видеть меня, сэр? Да, я только что закончил читать последние сообщения. Все еще трудно поверить. Ну, то есть, полагаю, мы можем закончить на операции воскрешения. Ты так не считаешь? Да, сэр. Джек, я думаю, агент Бласкович заслуживает медали за сделанное им. Но поскольку эта миссия официально никогда не существовала, я уверен, он понимает, сэр. Ну, полагаю, он хотя бы насладится заслуженным отпуском. О, да, пока мы тут разговариваем, он уже отправляется отдыхать. Замечательно, чудесно. Что-нибудь особенное?